четверг состоялось очередное заседание областного штаба по подготовке социальных объектов к отопительному сезону. Представители сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта рассказали о ходе подготовительных работ, о существующих проблемах и обсудили пути их решения. На встрече особое внимание уделили энергонадежности и энергоустойчивости социально значимых объектов, готовности котельных к началу отопительного сезона. Поставлена задача полностью завершить работы к 25 сентября. На сегодня, по оценке специалистов, область готова к зиме на 87%. Мы не видим сегодня больших серьезных проблем по сравнению с прошлым годом. Долги сильно сокращены. Единственные долги, которые и поднимаются, и в прессе, и у нас, это долги взаиморасчета за тепло между городскими теплосетями и квадры. Вчера в комитете жилищно-коммунального хозяйства было проведено рабочее совещание. Было указано, что долги имеют место быть, но на подготовку к осенне-зимнему периоду они не будут влиять. Есть некоторые сложности, но все вопросы решаются в плановом порядке. Началась поставка угля для школьных котельных и сельских домов культуры. Задача штаба – решить все проблемы сейчас, чтобы их не возникло зимой.